Всем привет! Это Кать! Это канал Bad Girl. И мы начинаем новую игрульку. Называется она The Darkest Tales. Самые страшные сказки. Наткнулась я на нее сегодня. Для тебя вчера. Потому что я записываю видео вечером. Оно будет завтра. То есть пятницу. А вышла игра в четверг. 13 октября. Случайно увидела в Стиме. Решила, дай скачаю. Дай посмотрю, что это вообще такое. Посмотрела. Мне понравилось. Знаете что? Мы как бы будем начинать. Давай на среднем уровне. Поскольку я не знаю, что там будет. Жила-была одна девочка. Ага. Как-то ночью она тихо лежала в своей кроватке, а над ней беспокойно мерцала маленькая искорка. Я думала, чудовище. Много лет искорка охраняла сон хозяйки в самые темные ночи. И вот сегодня что-то не давало ей покоя. Угу, что случилось? Призвав на помощь волшебную силу, искорка поднялась в воздух и полетела по комнате. Ей надо было собраться с мыслями. Искорка остановилась перед портретом своей хозяйки Алисии. Так. Она посмотрела на девочку и, наконец, решила... действовать. Ага. Ее милая, улыбчивая девочка попала в беду, но искорка знала, что надо делать. Это хорошо. Это очень хорошо. Ей только нужен был надежный помощник. Как хорошо, что она знала, где его искать. Ну-ка. Где-то я уже слышал этот омерзительный писк. О, ты всегда такой милый. Я б тебя даже трогать не стала, если б не заболела Алисия. А писк реально омерзительный. Ну, передай, пусть не хворает. Эй, Мишка, не смешно. На счету каждая минута. Нашу Алисию заколдовали демоны снов. Ну, демоны заколдовали девочку. А я-то тут при чем? Это же Алисия. Это не ко мне. Говорила, что ты просто эгоист. А она-то думала, ты храбрый герой. Так, слушай сюда, ты, насекомая. Что ты мне тут втираешь про демонов? Издеваешься? Это твоя больная девочка бросила меня в сундук и крышку закрыла, не поморщившись. Обиделся. Если теперь ее кто и заколдовал, она разберется. Я в нее верю. Обиделся. А, ну да, все ясно. Отдавили Мишке больное самолюбие. И давно ты тут в сундуке? Год? Или больше? Забыла она про тебя, про бедняжку. И ты, конечно, надулся. Почему наша девочка перестала играть с тупым старым медведем? Я сам не понял, давай я тебе объясню простыми словами. Ты жалкий, немытый, малодушный. Ты что делаешь, искорка? Хватит меня бесить. Выкладывай четко по делу, что там у вас случилось. Нормально вообще. А потом будь добра, заткнись. Между прочим, на обиженных воду возят. Ты давай к делу. Слушай, медведь, наша с тобой хозяйка Алисия спит мертвым сном. Ого. Потому что ее подсознание пожирают демоны. Ого, весело тут. Чепуха какая-то. Ну ладно, предположим, пожирают. А мы-то с тобой чего можем сделать? Ну, поверь мне, если бы у меня был выбор, к тебе бы я за помощью не пошла. Давай ближе к делу, козявка. Ладно, ладно, надо же, какой энтузиазм. В общем, слушай, мое волшебство может провести кого-нибудь в мир снов Алисии. Так. А ты раньше охранял ее сон от чудовищ. У тебя есть опыт? Понятно. То есть ты признаешь, что Алисия лучше засыпала со мной, чем с дурацким мелким светлячком? Тебе бы хвастаться поменьше. Я это все к чему веду. Хотя ты уже старый, пыльный и никому не нужный драный медведь. Слышь ты! В мире снов ты будешь ей самый лучший защитник. Ладно. А что делать-то? Убивать все, что движется? Примерно так. Ого. Ну, уговорила. Пойду я с тобой в мир снов. Разомну старые лапы. Лапы разомнешь? Ты, видно, не понял ситуацию. Да все я понял, козявка. Не хочу я быть ни для кого героем. Но чего ты не сделаешь, лишь бы ты перестала жужжать по духам. Нервы и так ни к черту. Тебе не понять, что делает с медведем такой срок. В душном темном сундуке. Да. О, портал. А, я думал, я управляю.
И все. И все. И мы попали куда? Мы попали. Что происходит? Я стал сильнее и легче. Мы в мире снов Алисии. Ого. А значит, о, ты такой, каким она тебя представляет. Ну ладно, это уже интересно. Пошли. Так это, пошли. Скорее, о. Мишка! Опа. Прикол. О, нас обучают. Хорош. Давай, косолапый! Чё ты пристала? А чё я забраться не могу? Уходим, Мишка! Куда? А чё я подпрыгнуть не могу? Вот и начались первые проблемы. О, хорош! Во! Ну, косолапый! А я... А-а-а! Вот эта игра! Ой, а там жизнь есть, между прочим. Сейчас, тихо. А что, я на полку не могу подпрыгнуть? Скорее, Мишка! Ну подожди, ты тут лампа какая-то, которая... О! А чё, почему вниз-то? Давай, косолапый! Так а чё надо сделать-то? Объясни мне. Возвращайтесь и попробуйте еще раз. Что попробовать? Ты мне расскажешь или чё? Уходим, Мишка! Да куда? Ну... Так а чё, куда идём-то мы? Ну, это... косолапый! Да перестань! Я не понял. Блин, а чё делать надо? Всё сломало. Скорее, Мишка! Блин, вот это да! Темно? Ха, лампочка боится темноты. Такой остроумный. О, смотри, давай-ка зажжем свет. О, давай. А как? Давай, косолапый. Да как? О. Уа! Броня, значит. У Алисии богатая фантазия. Ну что ж, шансы у нас подросли. А чё я в снегу? Блин, у меня только две жизни осталось, между прочим. Хорош. Бегу такой, смотри. Смотри, герой. Оп-о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 п. Опа. Ты что такое? Ты что делаешь? Не трогай! Ты что, красная шапочка? Что я чую? Ты кто такой? Волчьим духом от тебя не пахнет. А может, ты заблудился? Не трогай меня! Наверное. Ты только укажи мне дорогу, и я сразу пойду. Как неосмотрительно, друг мой. Тебе мама не говорила, что опасно. Ты что, волка съела? Тропинки. Шапочка, ты чего? Теперь ты влип. Вокруг рыщут гнусные волки, которые мечтают разорвать тебя на части. И они... уже взяли твой след. То есть мне конец? По-моему, ты страшная. Если хочешь спасти свою шкуру, спеши к дому моей бабушки. Ее ты тоже съела? Ну, ты дай хоть на ноги встать, и я сразу пойду. Уйди. Смотри, снова не заблудись. О-хо-хо, какая агрессивная шапочка. Нихера себе. Одичала, смотри. Кивой. От него прям шерсть дыбом. Но от опасности мы не бежим. Мы будем драться. Правильно? А чем? Не тупи, косолапый! Сейчас самое время удирать! Нам нужно оружие, иначе тебя мигом сожрут! Тогда я побегу. О, она волка съела. Жесть какая.
Зеркала-телепорты позволяют перемещаться по миру снов. Понял. Нажмите. А куда что? Ни хера себе. Ой, я упал. Это что такое? Это что такое? У меня, кстати, одна жизнь осталась. Блин, прикольная игра. Так, а чё, где дом-то бабушки твоей? Алло, ку-ку. Страшно мне. Нет! Сожрал. Ты смотри, жизни не осталось. А, о, обнулились. Так, мы что, опять встретим красную шапку? Так, а надо подумать, а куда от него спрятаться-то? Ага, шапки больше нет. Шапки больше нет. А как перемещаться? А, выберите уровень. А, ну... Понял. Хорош. Так а как от этого волка-то сбежать? Хорош. Блин. Блин, да черт, не трогай меня! Ха, лох! Ух ты! Это что за дикобраз? Ты кто такой? Да что такое? Нет, нет, да не туда же я хотел же. Господи. Зеркала наблюдать за вашими успехами. Хреновые у меня успехи. А чё, это я... Вообще не прикольно. Сейчас по швам разойдешься. Ну ты не волнуйся. Постой секунду на месте. Поглотаю тебя волшебной иголочкой. О, давай. Эй, а поаккуратнее нельзя? Подумаешь, комарик укусил. Не ной. Ну вот, все, готово. Это хилка типа. Должен признать, от тебя все-таки есть польза. А то, я даже сама довольна. Это не новость. Ты вообще самодовольная. Исцеление. Держите ЛБ. Ага. Чтобы зашить раны, исцеление требует маны. О, тут еще мана есть какая-то. Так, что за звуки? Ой, блин! Нет, нет, нет! А, ты умер. Лох. Подожди, а как нам сюда не попасть? Ты-то посмеялся, а как нам сюда не попасть? Сейчас, погоди. С разбегу? Нет! Ну, повезло, повезло. О! Что такое? То самое оружие! Мы его нашли! А как его забрать? Трепещите, волки! Со мной ржавые ножницы.
со мной ржавые ножницы. Ты что, их не узнал? Это же те самые ножницы, с которыми Алисии запрещали играть. Это самое опасное оружие в этом мире. О, прикольно придумали. Надо чуть-чуть поколдовать. Прикольно, прикольно. Ух ты. Ножницы избавили меня от этой мошки. И правда оружие невиданной силы. Не, она с тобой. Не дождешься. Я всегда рядом. Вот, смотри, не порежься. Мое волшебство пробудило истинную мощь этих клинков. Давай, вытаскивай скорее. Давай. Мишка достоин. Так-то лучше. Другое дело. Теперь посмотрим, что у всех этих монстров внутри. О, а ты как разделил-то? Парные клинки. Удерживайте X, чтобы ударить по врагу. Понял. Мишка, руки-ножницы. Достижение называется Мишка, руки-ножницы. И... Йоху! А как маны получать? Иди сюда, волчара! Иди сюда! Бля! Я не вовремя атаку начала! О, хорош! Ну смотри, полностью исцеленный зато. Да, бля, хорош! Во, почикались! Слушай внимательно, косолапый! Я вселилась в твое оружие и буду поглощать силу всех побежденных врагов. О, хорошо. Так что никакой пощады монстрам. Я так и собирался. Будут мне еще всякие ножницы указания раздавать. Ай, огонь. Ты лучше думай о цели. С каждым поверженным врагом мы будем становиться сильнее. Только так мы сможем спасти Алисию. Короче, убегать не надо, надо с ними драться. Да, спрячь. Сейчас, погоди, я проверю. Супер. Сколько... супер вообще, супер. Мне нравится игра, мне очень нравится игра. Ну-ка, что это такое? Right way. Вниз не right way. Понял. Да, он там внизу, смотри, какие. Осторожно! От нее все отскакивает! Беги, мохнатый! Да в смысле беги? От нее все отскакивает! Беги, мохнатый! Ну беги так беги. Так а что, а как нам туда пройти-то? Это не неправильный путь был? А мы вниз же тоже не пройдем. Блин, это неправильный путь. Сори, получается, соврали? Лети сюда! Лети сюда! Давай! Хорош. Так, надо сейчас разбежаться. Подожди. Ты зачем упал? Мишань. Да не падай. Хорош. И-ху. Какая-то паутина. Уа, мы сможем тут колбаснуть ее отсюда? Хочешь узнать, почему я единственная? Ну-ка. А можешь ты хоть иногда побыть неповторимой молча? Мы собрали достаточно сил, чтобы я улучшила наши навыки. Ну, надеюсь, это будет что-то стоящее. Давай. Не зря же я тебя терплю. Сейчас сам увидишь. Ну давай, рассказывай. О, очки навыков. Так, ножницы, с которыми запрещали играть маленькой Алисе. Легкое оружие. Столько колдовства, они превращаются в быстрое смертоножное оружие. Чтобы сменить снаряжение, нужно заглянуть в зеркало сохранения. Понял. Бля, прикольно. А что такое?
Ускорение повышает скорость атак легким оружием. Развивайтесь, чтобы открыть. Так, а это что такое? Исцеление. Даже героям иногда нужно лечиться. Теперь вы можете попросить искорку исцелить ваши раны. Ага. Добавляет еще одно деление на шкалу здоровья. Развивайтесь. Блин, прикольно, прикольно. Мне нравится эта игра. Давай, играем. Level up. А, ну вот, показывает, да, все, я поняла, куда нажимать. Так а что, мы отсюда не пройдем, что ли, никуда? А, я понял, нам назад надо. Пить. И-ху! Вот, теперь это right way. Теперь, когда мы этого монстрика убили, хорош. Ой, иди сюда. О, а что от тебя все отскакивает? Блин, ну ладно. Мы, по-моему, не можем тебя загасить. Отстань ты! Иди сюда. Идите сюда. О. А? Хорошо. Неплохо. А чё, как, никак? Ну ладно, никак так никак. Двигайтесь вниз и нажмите А. О! Ай, упал! Как подлечиться? А. Хорош. Неплохо. Чё, куда пришли? О-хо-хо! Это что такое? Меня восхищает то, как ты режешь этих гнусных волков. Так приятно видеть в твоих глазах отражение моей собственной ненависти. Что это за чудовище? Ты его убила? В одиночку? Шапочка, ты чего? О, это царь волков. Он был силен, но встреча с тобой так меня воодушевила, что мне захотелось тебя удивить. О, какая ты странная. Я тебя чем? Боюсь. Огромным трупом? Сюрприз удался. Вообще. Нет, дружок, я удивлю тебя иначе. Чем? Сюда! На помощь! Медведь убил царя волков! Ты что делаешь? Вот мой сюрприз. Славная битва, которая утопит в крови темный лес. Ты что, охренела? Шапочка, ты что творишь? Смотри, паскудина. Чё, где вы, волки позорные? Иди сюда. Ой, я спрятался. Что-то я не понял. Чё, я забраться не могу по этому медведю? В смысле, царю волков. А чё, где все? Так а что-то нет никого? О. Блин. Ща. Иху, не могу забраться. Что-то нет никого. А где славная битва-то? Я потерялся. Нет никого. Что делать? Так.
дальше никуда не могу. О! О, мне наверх надо куда-то. О! Блин, нет, не падай! Хорош. Так. Хорош. 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 Нет, не бей меня! Бля! Я помер. Что такое? А, не, подожди. Путь? Путь? Да падай уже. Так. Оп. Оп. Не, подожди. Оп. 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 Да что ты хлебал? Смотри, смотри, что делать, смотри, что делать. Ты смотри, что он делает. Почему ты у меня жизнь-то забираешь? Как с тобой драться, что ты жизнь-то не забирал? Хорош. Ну, чуть-чуть маны есть, чуть-чуть. А, хорош, попрыгал, попрыгунька. Блин, а как далеко восстанавливаться? Ты посмотри, как далеко восстанавливаться. Ой, какая игра прикольная. Ой, не... Осторожно. Ой, не могу, игра прикольная. Ой, нравится, прям не могу. Сложная в меру, интересная. Ух, не могу, ух, как нравится. Упсень-тупсень. И, хорош. Есть контакт. Нет, не туда. Оп, туда. Оп. Опи, опи. Оп. Хорош. Так, а я тут всех убил, он уже больше не попадется, да? Ой, это радует. Вот и стой там. Блин. Я понял, подожди. Хорош, ману дали. Ману дали? Дали, лечимся. Хорош! Так, ты! Насекомое! Хорош! Хорош!
Так, это я тебя понял. Хорош. Yes, 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 yes. Блин, какая игра прикольная. Какая прикольная игра. Фу-фу-фу, пойдем. О, мост. Ой. Кто там? Ай, утонул. Так. Угу. Хорош. Хорош. Сейчас, погоди. Я понял. Так, подлечись, во-первых. Хорош. Лети сюда. На, насекомое. Их, мои ножнички волшебные. Эй. Так, Old Village. Что-то там про деревню. Опа. И чё? Так, ничего не происходит. Опачки! Вот это здрасте. Кто и зачем это сделал? Хороший вопрос. Не знаю. Пойдем отсюда. Не нравится. Да, мне тоже это все не нравится. Ух, ё-моё. Эй! Шапка! Молодец. Ты все-таки сюда добрался. Ты что, бабку убил? Шапка, алё. Проклятая девчонка. Красная. Я наблюдаю, как ты сражаешься, и внутри у меня разгорается настоящее пламя. Хотя, погоди-ка, на этот раз пламя разгорается в лесу. Ты что, лес подожгла? Я не понял. Что ты несешь? Ты превосходно сыграл роль приманки. Благодаря тебе сюда сбежалась вся волчья стая. И вся она погибнет. Смотри, что делает-то. Ой, там лес горит! Алло! Побежали отсюда! Ой-ой-ой! Осталось уничтожить последних, которые скрылись в логове. Ничего, скоро этим поганым тварям придет конец. Какая кровожадная девушка. Ты психопатка. Ага. Слышишь, психопатка? Эй, а нам что делать? Там лес горит. А-а-а! Я сейчас умру. Я умер. Я умер. Блин, ну это кошмар, это капец, это кошмар, это капец, это капец, это кошмар. А! Да это невозможно, они меня убивают, они же меня убивают, убивают они меня, они меня убивают. Да нет, это невозможно. Я на месте стою, они меня убивают. А что делать? Как делать? Как победить? Как победить? Как победить?
Да блин! Меня убивают просто на месте. Чё за приколы? Подожди, это очень сложный уровень. Да блять! Ну это пиздец, они меня загрызают вдвоем. Втроем, вдвоем. А как в дом пробраться? Можно как-то в дом пробраться? Не, ну это нереально. Смотри, они сейчас убьют меня снова. Блин, надо что-то придумать, подожди. Да подожди. Да подожди. Да подожди. А как блок-то делать? А как блок делать? Я не понимаю! У меня не получается! Да, да перестань меня кусать! Перестань! Да ёб твою налево! Это невозможно! Они меня съедят! Ну как этот уровень пройти? Сложная. Да, блядь. Да! Сука. Не, ну это невозможно, это нереально. Как это пройти, блядь? Как это пройти? Я, может, дерусь как-то не так. Да как? Как? Может, целиться надо? Подожди. Во, вот это. Да? Я не понимаю, может, целиться надо? Ну смотри, вот они меня кусают сразу. А чё, а как? Я не понимаю. Да они меня жрут!
Ну это нереально, они меня жрут. Да блять! Ну я не понимаю, как это должно сработать. А, в смысле? В смысле, серьезно? В смысле, просто игра такая, ты типа лох. Ты ничего не умеешь? Ну понятно. Игра такая посмотрела на мое мучение и сказала: ну ты лохушка, ты играть не умеешь, поэтому я, короче, это беру все на себя. Ну блин, игра сложная на самом деле в этом смысле. Что-то еще будут монстры? О, зеркало. Это сохраняшка. Понял. Так, а что тут внизу-то? А что там внизу? Что внизу? А чё? А чё, атаковать не собираетесь, что ли? Я понял. Пошёл-ка я отсюда. Чё-то они мне не нравятся. Не туда прыгнул. Так, ты. Дикий образ. Он увидит меня и остановится. Близко остановился. Так, касательно тебя. Ты вроде товарищ безопасный. Оп. Кто там скачет? Хорош. Мана прилетела. Эть, задела. Хорош. Так, а как перелететь эту большую? А. Хорош. Ну, вот эти, кстати, легко убивать. Сейчас навстречу. В полете вообще прям легко. Ой. А я зачем сюда упал? Что такое? А я плавать не умею. Как выяснилось. У меня шорстка мокнет. Ай! Колючий. Так, дай мне. Хорош. О, зеркало. Угу, сохранялочка прошла. Ю-ху-ху. Дурацкая красная шапка. Это что, кровать Алисии? Где? Точно! Удивительное совпадение. Удивительное, вижу. Совпадение. Мы находимся в кошмаре маленькой девочки. И дорога ведет нас под кровать. Подкроватный монстр. Старый ты трус. Я не трус, но я боюсь. Ты безмозглая козявка. Но ругаться будем потом. Сейчас мы должны быть начеку. Сразу вытащил мечи? А давай тогда подлечимся. Хорош. У тебя страшно. Так и знала. Еще раз упадет? Страшно.
Что там, паук? Лети, лети сюда. Эти не страшные. Так, тут везде лего раскинуто. У-ху! Так, а это сейчас упадет ведь. Так. Хорош. А, и опять ты. Смотри, опять эта красная шапка смеется. Чё вообще дерусь? С кем дерусь? Да ты перестань. Да перестань. Прилетела. Ой, да блин! Ну что это такое? На ровном месте. О, сейчас такой путь проходить мне заново. Оп. Тише. Под кровать, под кровать, под кровать. Тут уже монстров нет. Тут уже ничего не свалится. И-ху! Попала все равно. Тут хорошо, что если один монстр погиб, то их фиг бы с ним. Ну, то есть не будет повторения. Что там летит? Не слышу. Что-то лежит. Там лучше. Алка лежит. О, мана пришла. Ага. Прыгай. Ах ты. Ты чё так высоко? Ах ты, смотри. Ты чё улетаешь от меня? Поймала. Слышь, ворона. Блять, рано. А, хорош. Так, дикобраз. Кольцо прошло. Оп. Ой, блин, вот ты мне усложнил задачу, конечно. Я же говорю, усложнил задачу. Ай-яй-яй, как бы теперь попасть? А-а-а! Так не попадешь. Бляха, надо попасть туда. Ты, блин. А как же я попаду? Может, сверху можно? Нет, подожди. А сверху как? Вот как вот оттуда попадешь? Сверху не попадешь. Блин, они не падают, что ли? Блять. Да как? Не туда попасть надо. Там... Уа! Наконец-то. Очки навык 4. А что такое неуязвимость? А, погоди, я прокачать могу?
как открыть? Уа! Хорош! 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 Повышай скорость исцеления. Или повышенная скорость. Давай скорость атак повышен. Хорош! Хорош! Это прям хорошо! Это прям интересно! Ой! Так. Еще касаемо тебя. А, ну я тут больше не вижу путей, кстати. Дорожек. Ты так бесишь, я не могу. Давай-ка уйди оттуда. Уходи. Ха! Ай! Ай, ты заколебал. Не понял. Сейчас не понял. А чё, не сюда, что ли? Нормально. Блин, туда? А как туда попасть-то? Прыгать на этом... Подожди. Не допрыгиваю. Угу. Так я не допрыгиваю. Буль-буль-буль, блин. Ой, это что такое? Это что за рыба-меч? Нихера себе. Так, а я что-то не понимаю, куда нам. Бля, башкой ударяюсь, и не получается. Вот. Нет. Так, алё, блин. Нет. Хорошо, а отсюда я куда-то что-то могу? Нет, отсюда вообще никуда не могу, да? Блин, это странно. А... Подожди. Там есть мана! А я не могу! Блин! Короче, это... Блин, там есть какая-то штука полезная. Вот. Ее надо как-то достать. Вот. Пока мы пойдем в другую сторону. Ну... О, доброе утречко. Тише. Не достаю? Понял. Пойдем отсюда. Тю-ху! Ай-яй! Это я сюда вообще не хотела. Прикиньте, пацаны. Да нет же! Блин, а я сюда вообще не хотела. Остановись! Ты помер? Блин, тут так можно все исследовать. Тихо ты. Не хулигань. А что она меня ударяет? Ну-ка. Хера! А! Действительно.
Зачем я это сделала? А я зачем туда шла? Слушай, а зачем ты туда шла ведь? Подожди, я зачем-то туда шла. Сейчас. По-моему, просто так туда шла. Вообще не надо было туда идти. Ну ладно, пойдем в другую сторону. А-а-а! Встретились, блин! Два дикобразина. Ладно, хоть здесь остановился. Что-то непонятно. Вот отсюда, мне кажется, там вообще что-то есть интересно. Ладно, не будем туда ходить. Мне кажется, там ничего нет. Блин, фига она волков перерезала, вы видали? А! Понял. Глава, кстати, называется «Ненависть». Я думаю, не случайно. Блин, она вниз, что ли? Что-то страшно. Иди ты резню устроила, ты что делаешь? А я ведь знала, что ты не погибнешь. Ты что? Ну, спасибо за похвалу. И заодно за попытку убийства. Массово. Сал уже ждет нашего последнего танца. Осталось только украсить его твоей кровью. Весьма польщен вашим приглашением, мадмуазель. Вот, с ней будешь драться, что ли? Кажется, я забыла упомянуть. Кровь делает меня гораздо сильнее. А ты где? Слушай ты! Ебать, вот, смотри! А-а-а! Ты что творишь? А-а-а, блин, умер. Собака. Блин, а у меня ведь была эта хилка. Ты что делаешь? 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 А, это ты еще и возвращаешься, что ли? Ай, блин! А! На тебе. Чё-то, где-то крыса? Меня ж не убило. Ай! Ай ты, сука! На! Да, добивай его! Да, блять!
Ну? Я понял. Блин, рывок не сделал. Рывок не сделал! Хорош! Ты умер и попал в рай для медведей. Какой рай для медведей? Ты чё? Умер? Не верю. Не-не-не. А на вид все такой же наивный. Хватит юлить, демоница. Говори, что я здесь делаю? Ты здесь, потому что убил одну кровожадную девчонку. И теперь я думаю, прикончить тебя или нет? Нет. Ответь на такой вопрос. Ты знаешь, кто я такая? Та дурка какая-то. Идейная мстительница. А, понятно. Ты все забыл. Что забыл? Ты кто? Моя голова. Ты не уйдешь! Я с тобой еще не закончила. Еще дура? Подъем, подъем, Мишаня! Тихо, тихо, блоха летучая. Слышу я тебя. Наконец-то! Очнулся! Ты лежал без сознания! Что случилось? Спроси чего полегче. Вроде все нормально было, а потом вдруг стало темно и что-то... Что-то пыталось меня убить. Ну ты даешь! Мало того, что мы уже внутри чужого кошмара. Не хватало нам тут еще твоих собственных. Да. Ладно, нам пора идти. Алисия сама себя не спасет. Пойдем. А можно мне сохранялку? Нет, да? Прыгните с рывком. О! Летите. А, ну все, тут и будет сохранялка. Отлично, тогда на сегодня мы закончим. Мне игра очень нравится. Она такая динамичная, веселая, прикольная. Сложная местами очень. Но это помогает, это не мешает развиваться сюжету. Это наоборот, наоборот, такой челлендж определенный. Пишите, как вам серия. Нравится ли вам эта игра? Нравится ли вам лор, сюжет, чё, как? Ну, я-то буду продолжать вне зависимости от того, понравится вам или нет, потому что мне она нравится, и мне нравится играть в то, что меня привлекает. Поэтому пишите, в любом случае будет интересно почитать. Если вам тоже нравится, это будет супер. Мы будем вместе кайфовать, смотреть на эти страшные сказки. Спасибо, что были со мной. Всех целую, пока-пока. Люблю.